Здравствуйте, дорогие участницы нашего СП, гости и подписчики моего канала. Предлагаю вашему вниманию отчет по совместному проекту «Райский сад» за март месяц. В данном совместном проекте мы вышиваем дизайны, в которых есть цветы, ну и также птицы. У нас получился один из самых масштабных совместных проектов. На данный момент сделано около уже больше 100 заявок, но с тем учетом, что у большинства рукодельниц не одна работа. Есть 2-3 работы, могут быть 4 работы. И постоянно к нам присоединяются новые участницы. Это прекрасно. Журнал «Альбом» с готовыми работами уже начал активно пополняться. Я думаю, что этот совместный проект, он, конечно, себя очень-очень проявит. Я вижу, что зима была очень холодной, и многим участницам хочется поскорее приблизить эти прекрасные весенние дни. Поэтому мы активно все вышиваем цветы, птичек и всю-всю эту прекрасную красоту. Ну что ж, я приглашаю вас к просмотру. Приятного просмотра. Первый отчет у нас от Марии Черной. Мария вышивает авторскую схему Натальи Черепановой «Маги». Размер работы 180 на 180 крестиков. Используется 43 цвета ДМС. Очень яркий, интересный дизайн. И первый раз я вижу отшив этой работы. Было очень интересно посмотреть, как будет получаться. Мы видим, что получается очень-очень хорошо. Пишет Марина, что отшито уже 2,5 листа. Отчиталась немножко раньше, потому что уехала в отпуск. Что желаем хорошо провести время и ждем следующего отчета. Юлия Дубинкина вышивает набор фирмы «Риолис» «Шотландский вереск». Вышивается эта работа на аиде 14 каунта. Размер работы будет 25 на 25 сантиметров. Мы видим с левой стороны то, как работа выглядела на начало месяца. Ну и справа, соответственно, продвижение. Отличный результат. У Кристины Внуковой март месяц выдался очень продуктивным. Много процессов и есть и финиши. Ну, финиш здесь у нас бабочка. География веска, размер работы 13 на 11,5 сантиметров, вышивается на пластике, весит прециоза. Вышивала Кристина ниточкой мононит. Крестиковая работа, большая и очень интересная работа. Это авторская схема Любви Водейниковой, размер 68 на 21 сантиметр. Вышивает Кристина эту работу на австрийской равномерке «Тамин» 25-го каунта через две нити приплетения. Пишет Кристина, что немножко подкрасила эту основу. Вышивает ниточками с КС. Размер в крестиках 299 на 99 крестиков. Ну и из техник крест, полукрест, бэкстич, французские узелки. Также будет бисер, 3/4 креста. Всего используются 72 цвета и бисера. Есть бленды, которые Кристина не стала считать, но, наверное, их много. Ну и мы видим, что Кристина вышивает по цветам. Здесь такая мозаика интересная. Очень интересно наблюдать, как будет эта мозаика складываться в эту прекрасную картину. Что ж, ждем продвижения. И еще одна работа Кристины, которая вышивалась и достаточно хорошо, это дизайн Dimensions, венок с калибри, но в данном случае подбор. Размер работы 241 на 233 крестика, основа австрийская равномерка, дева 28-го аккаунта светло-зеленого цвета. Очень красивый цвет, но, к сожалению, на этой фотографии вообще нельзя определить оттенок этой основы. Ниточки здесь из Хэси Гамма. Ну и, соответственно, используется крест, полукрест, бэксеч, французские узелки. 42 цвета всего и 6 блендов. Очень хорошо продвинулась эта работа за месяц. Активно ее вышивает Кристина. Что ж, будем ждать дальше. Переходим к отчетам Элизы Левиевой. У Элизы много процессов, и все Элиза успевает, несмотря на то, что она многодетная мама. Во-первых, представляю вам работу «Пышное благоухание от Новой Слободы».
Вышивается эта работа на ID 16 аккаунта. Здесь основа тонированная. Размер работы будет 28 на 35 сантиметров. В этой работе вышито за месяц 2000 крестиков. Все получается очень красиво, ярко. Пишет Лиза, что каждый месяц будет продвигать эту работу потихоньку. И, в принципе, все нравится по данному процессу. Следующая работа – это тюльпаны на столе фирмы RTO. Я думаю, многие знают этот дизайн, очень яркий, очень интересный. На начало совместного проекта было вышло 27%, сейчас работа значительно подросла. Вышивается на ID 16 аккаунта, здесь будет полная зашивка. И за месяц прибавилось 3800 крестиков, уже выровнялся второй уголок. Получается ярко, красиво. Супер. Следующий набор – это попугай от фирмы Nitex. Размер работы 37 на 27 сантиметров. Здесь канва AIDA 14 аккаунта, ниточки ПНК 22 цвета. Также будет полная зашивка. Сюжет очень яркий. Есть небольшие продвижения. Я очень болею за этих попугаев, они очень жизнерадостные, поэтому будем ждать отшива. И еще одна работа Лизы, это Dimensions. Пишет Лиза, что это ее первый набор фирмы Dimensions. Размер работы будет 30 на 30 сантиметров, вышивается на ID 14 аккаунта с нанесенным фоном, это частичная вышивка, количество цветов всего 22, и как мы видим, работа очень-очень хорошо подросла, несмотря на то, что у Лизы есть некоторые сложности с вышивкой данного дизайна, но тем не менее работа подросла и уже видно, скоро будет даже и финиш. Отчет Елизаветы Хлюстовой, Dimensions, японский сад, вышивается на AIDA 16 аккаунта светло-голубого цвета, используется 40 чистых цветов и 7 блендов. Здесь смешанная техника, размер работы будет 46 на 35 сантиметров. Пишет Елизавета, что получается очень красочный, по-весеннему, продвигается работа понемножку. Пишет также, что закончила одну из своих больших работ и теперь сможет больше уделять времени этой работе. Прекрасная работа, ну что тут сказать, весенней не бывает. Желаем шустрой иголочки. Вторая работа Елизаветы, это набор фирмы Joy Sunday, по-моему, китайский набор, но в данном случае Елизавета заменила здесь основу на ленту 27 аккаунта и вышивает через одну нить переплетения. Вот нам она прикладывает фотографию в масштабе, как смотрится основа оригинала, какая она большая и какая маленькая получается работа на ленте 27 аккаунта через одну ниточку. Но получается очень нежно, очень проработано, просто потрясающий итог. На данный момент отшито 30%. Прекрасная, прекрасная работа. Отчет Марины Денисовой. Марина вышивает набор фирмы Панна Цапля. Размер работы 25 на 29 сантиметров. Всего 23 цвета. Этот наборчик, пишет Марина, мне подарила дочка на день рождения. И он стоял в планах на этот год. Поэтому его и начала. Вот такие вот продвижения есть за месяц. Отличный старт. Отчет Александры Бо. Вышивает Александра набор фирмы Алиса. Тюльпаны. Размер работы 40 на 30 сантиметров. Вышивается ниточками гаммы на AIDA 14 аккаунта. Пишет Александра, что процесс очень легкий и вышивается непринужденно. Ну, это видно по продвижениям. Процесс был начат с нуля. Мы видим, что вышито уже очень много за месяц. Получается очень красиво. Желаем также шустрой иголочки. Также Александра Бо успела начать и завершить небольшой, но очень душевный дизайн. Это Риолис, называется «Дача весна». Процесс был очень легкий, приятный. Вот такая красота получилась. Поздравляем, Александра! У Ольги Водолазкиной случился финиш. Прекрасный наборчик вышелся фирмы Dimensions.
бабочка и клематисы. Здесь Ольга заменила, конечно, основу. Нам был пост 32 аккаунта, цвет 305. И нам представляют уже готовую работу, красивые фотографии. Поздравляем с отличным итогом. И Ольга начала сразу второй процесс и пишет нам: «А вот и мой второй старт в этом СП. Набор абсолютно не запланированный. Его вообще в моей коллекции не было. Но так сложились звезды, что он у меня появился. И я решила не откладывать его от слова совсем. Тем более, что есть такой легендарный способ вышить его вне плана. И к тому же он идеально подходит в мою кухню. Даже не так. Он повторяет окно моей кухни с улицы. Ну, за исключением птиц. Птицы у нас другие. Начало 15 марта. Это набор фирмы Ланарта PN008020. Вышиваю все по ключу, все шикарное, и ткани, нитки, и игла. Вообще это мой первый Ланарта. Нашла достойный перенабор для саги в какой-то группе ВК. Шьется очень легко и быстро. Людмила Ткаченко, канал Люда Тын, отчитывается по грандиозному, можно даже так сказать, дизайну набору фирмы Лука С, корзина с розами. Размер работы 42 на 34 сантиметра, вышивается на Аиде 18 аккаунта. Вы видите, как картинка выглядела на начало месяца и как продвинулась. Ну а за подробностями заходите на канал Людмилы. Отчет Светланы Яковлевой. Светлана вышивает сэмплер по схеме от торговой марки «Совиный лес», гуси и подсолнухи. Вышивается на льне Белта 770 цвета ниточками по ключу. На данный момент готова почти 50% работы. Пишет Светлана, что вышивает с большим удовольствием. Наталья Аксенова вышивает дизайн Dimensions, но в данном случае это сборка от магазина «Клубов желаний». Дизайн называется «Сладкий нектар». Размер работы 30 на 30 сантиметров. Вышивается на Иди 18 аккаунта. Используется здесь 43 чистых цвета, 13 блендов. Техники крест, полукрест и вексеч. Ну и мы видим, что положено начало. Вот такой яркий фрагмент. Тина Мардаян вышивает набор фирмы Риолис «Восточный красавец». Размер 19 на 90 сантиметров. Вышивается на Аиде 14 аккаунта фирмы Цвайгард. Нитки, шерсть, акрил. 22 цвета. За этот месяц прибавилось 1500 крестиков. Пишет Тина, что вышивает сплошное удовольствие. Шерстяные нитки очень красиво ложатся. И цвета такие яркие. Отрываться не хочется. Но есть и основной процесс. Ну что ж, главное потихоньку продвигается. Отчет Татьяны Буркицы. Татьяна вышивает дизайн фирмы Dimensions, сумеречный мост, но в данном случае это набор фирмы Amishop. Используется здесь 42 чистых цвета, есть блэнды. Вышивается на Аиде 18 аккаунта. Пишет нам Татьяна, что получается очень красиво, но немножко сложно вышивать, потому что в небольшом участке используется много разных техник. Ну, это вот такой Dimensions. Он умеет сочетать много разных техник, и сочетать много разных цветов и создавать объем. Что ж, получится очень красиво. Все преодолеете. Светлана с ником Кошка Лышкина отчитывается и пишет нам: «Приветствую всех участников СП. Мой первый отчет по продвижению процесса. Результат вышивки примерно 2 недель. Вышиваю по бумажной схеме, поэтому данные приблизительные. Процесс очень приятный, легкий, восхитительный. Ланарты, конечно, вне всяких похвал. Качество материалов на высоте. Это мой первый опыт отшива этой фирмы и отшива на равномерке. Все идет прекрасно. Спасибо за чудесную возможность разделить со всеми свою радость в творчестве». Ну и напомню, что Светлана вышивает набор Ланарты «Птицы на колонке», размер 29 на 39 сантиметров. Вышивается на линии 27 аккаунта, используется здесь 28 цветов. Техника крест, вышивка крестом в 2 ниточки, крест по 1 нить и есть бэкстич. Так, переходим к отчетам Татьяны Торова. Татьяна две работы, одна бисерная, одна ниточная. С бисерной работой здесь случилась неприятность. Это фирма «Конек».
беседка в саду. Пишет Татьяна, что бисер покупала по ключу. Было вышито достаточно много. И как вы видите, что с картинкой заявленной есть очень большие различия. Очень все ярко, пятнисто получилось. Татьяна пишет, что эту работу снимает. Нет смысла продолжать ее вышивать. Даже уже бисер весь выпорола. Я не представляю, сколько нужно было потратить времени, чтобы все это пришить, а потом еще и выпороть. Но что сделать? Лучше уже остановиться и не тратить время. Главное переключиться на другую работу. Сама картинка очень красивая, но вот бисер, наверное, не очень правильно подобрали. Что ж, переходим к следующей работе Татьяны. Это набор фирмы Lady Stitch Star Birch. Нитки здесь анкор. Вышивается на Аиде 16 каунта. Мы видим, как работа выглядела на начало месяца и как она продвинулась. Очень хорошее продвижение. Красиво все получается. Яркая работа и дизайн очень-очень интересные. Что ж, поздравляем с хорошими продвижениями и удачи в следующем месяце. Переходим к отчетам Елены Классен. У Елены март получился очень продуктивным. Чувствуется, что 25 начатых процессов наступают на пятки, и у рукодельниц открывается новые возможности по отшиву работ. И Елена представляет нам первый финиш. Это набор фирмы Риолис Калибри. Техника здесь счетный крест. Размер 106 на 95 крестиков. Молине анкор. Процесс был начат в декабре. Здесь основу заменила Елена на гамму 18 каунта. И вот видим, что в марте состоялся финиш. Второй финиш, здесь у нас и старт, и финиш, это шилоклювка, дизайн Jill Obston, дизайн взят из журнала Jill Obston's Cross Stitch and Beads Winning, простите за мой английский, за подробности обращайтесь к Елене, она есть в ВКонтакте, можете перейти в журнал с отшитыми работами и задать вопросы по данному дизайну. Размер работы 64 на 113 крестиков, в ключе 11 цветов, в палитре DMS, анкор и QTY, не знаю, что за нитки. Основа Оберхорн, Ева 28 каунта, цвет серебряный. Техника вышивки, крест в две ниточки, больше никаких стежков нет. Пишет нам Елена. Юля, так как моя колибри финишировала, я окрыленная успехом, решила начать еще одну птичку, о которой мечтала с 2017 года. Работа небольшая, вышится быстро. Для дизайна собрала нитки, какие были в закромах. Так что получилась сборная солянка из ниточек DMS, SHS, Royalty Embroidery, анкоры, даже один моточек гаммы появился. Очень хотелось попробовать новую для себя основу Еву 28 каунта серебряного цвета. Надеюсь, получится не хуже, чем на превью. Как раз вчера были 4 лунные сутки, и процессы, начатые в этот день, должны быстро закончиться. Ну, я и начала два новых процесса. Вот такая у нас логика у рукодельниц. Ну, все получилось у Елены. Поздравляем с прекрасным уроком. И второй процесс, пишет Елена. Вчера начатый мой процесс, это дизайн не только из списка желаемых, но еще и из списка необходимых срочно. Из этой серии у меня вышиты тюльпаны, оформлены висят на своем месте, а под розы рама куплена, место оставлено и пустое, непорядок. Вчера начала этот процесс и поразилась, как легко он шьется. Похоже, это будет моя отдыхалочка. Напомню, что это набор фирмы Алиса. Белые розы, размер работы 222 на 150 крестиков, размер готовой работы 40 на 27 сантиметров, количество цветов 35 и 17 блендов из них. Техника крест в одну и две нити, полукрест в одну, в две и три нити. Ну и вот такой вот итог за март. Следующая работа Елены. Это красная смородина, набор от фирмы Лукаэс по акварели Елены Базановой. Размер готовой работы предполагается 49,5 на 22,5 сантиметра. Техника счетный крест в две нити, ниточки. Здесь анкор, количество цветов 38. Основа фирмы Zweigart 18 каунта, пишет Елена.
Юля, хочу заявить еще один свой процесс. Красная смородина от фирмы ЛКС. Начала его также в декабре 2020 года. Здесь, конечно, цветочков нет, но небольшая бабочка все же присутствует, и ягоды очень подходят под тематику райского сада. Вышиваются они сложно, материалы все очень нравятся. Правда, в ягодках идет часто смена нити, но это не беда. Справимся, где наша не пропадала. Ну и через месяц пишет нам Елена. Вот такие не очень большие продвижения у меня случились. Я наивная думала, что неделю-две и закончу вышивать этот процесс. Но не тут-то было. Работа большая, 50 сантиметров на 18 каунте. И есть частая смена нитки. Поэтому планы у Елены поменялись. И планируют вышить хотя бы еще по 2 листа в месяц. Ну, работа очень хорошо продвинулась. Это главное. И еще одна работа Елены, набор фирмы Риолис у фонтана, размер 30 на 40 сантиметров. Вышивается на Аиде Цвайгер 14 каунта, техника крест в 2 ниточки и в 3 полукрест в 1, 2 и 3 нити. В их сечи 4 цвета. Также есть 4 цвета лент. Молина здесь Санкор 34 цветов и 8 блендов. Пишет нам Елена. Решила заявить еще один свой процесс, так как боюсь, что он может уйти в долгострой. Начала его как и калибри в декабре. Начала с левого нижнего края, вышла 2000 крестиков в разнобой и поняла, что ошиблась. Сместила с новую часть на один квадратик, 100 крестиков. Теперь все распускать надо. Распускать не люблю жутко. Начала с другого края, правый нижний, опять ошиблась. Ну, не дружу я со схемами Риолис. Сюжеты очень нравятся, но жуткая яркость, пестрота и схем выбивают у меня почву из-под ног. Теперь хочу начать с середины. Юля, одна надежда на ваш СП. Очень хочу, чтобы эта красота ушла в долгострой. Чувствую, попотеть придется, но результат будет того стоить. Так что, Юля, принимайте еще один процесс в свою теплую компанию. Конечно, принимаем. И есть хорошие продвижения за месяц, плюс 1600 крестиков у Елены. Работа действительно получается яркая, просто цветотерапия. И спасибо Елене за красивые фотографии, за подаренную встречу. Ольга Таршина вышивает китайский набор фирмы Джой Санды «Птицы и ягоды». Это копия набора фирмы «Алиса, синички и черешня». Вышивается на Аиде 14 каунта с нанесенным рисунком. Размер работы 41 на 33 см, в крестиках 180 на 140, всего 33 цвета. Работа была начата с нуля, и мы видим, что большая часть процесса выполнена. Осталось уже совсем чуть-чуть, и будет финиш. Наталья Фомина вышивает наборчик фирмы «Чудесные иглы». Пишет, что его первый раз будет вышивать этот дизайн. Прекрасный летний букет, красивая композиция. Мы видим, что процесс вышит практически наполовину. Наверное, хорошо пошел. Думаю, что, возможно, скоро увидим и финиш. Очень интересно. Второй дизайн Натальи Фоминой. Это вот такой интересный топиарий. Здесь вышивка идет по нанесенной схеме на основу. Пока описаний данного процесса нет, мы видим, что это старт с нуля. Желаем удачи и шустрой колочки. Людмила Хараян вышивает набор фирмы «Чудесная игла», хлопок и черника. Размер работы 18 на 23 сантиметра. Вышивается на Аиде 14 каунта. Используется 33 цвета мулине гамма. И вот такое начало положено. Оксана Кузнецова вышивает набор фирмы «Чудесная игла», «Уютный уголок». Вышивается на Аиде 14 аккаунта, но Оксана заменила на ленту 27 аккаунта. И вот такое начало уже есть. Очень нежно и красиво получается. Виктория Румянцева заявляет в наш совместный проект еще один дизайн. Это набор фирмы Риолис 1065 тюльпаны. Размер работы 30 на 24 сантиметра. Вышивается на Аиде 14 аккаунта. Свайгард под льона. Ниточки здесь шерсть. И на начало месяца было вышито 50% работы. И вот теперь Виктория представляет нам уже полностью завершенную работу. Очень яркий и красивый дизайн получился. Поздравляю с ней.
Дальше Виктория продолжает участие с набором фирмы Lanarte. Размер этой работы 40 на 40 сантиметров. Называется «Дизайн ночь». Основа Линда 27-го аккаунта молочного цвета. Молине 60 цветов. Вышивка крестом две нити и в одну нити. Есть также бэкстич. Анна Кокорина вышивает набор фирмы «Золотой Рено» «Павлин». Размер работы 41,9 на 38 сантиметров. Используется 37 цветов ниточек «Мадера». Пишет Анна, что набор очень нравится, давно лежал, и вот благодаря СП начинает эту работу. Пишет, что за месяц продвижения небольшие, но процесс увлекательный и результат красивый. Шикарный будет «Павлин». Анна Маркина с канала Нюта Хедмейд вышивает в нашем совместном проекте сэмплер репродукция старинной вышивки. Размер этой работы будет 253 на 229 крестиков, количество цветов 21, здесь ниточки ДМС. И вышивает Анна на льне 28-го аккаунта цвета летний хаки. Подробности на канале у Анны, и мы видим, сколько получилось вышить. Отчет Ангелины Орловой. Ангелина вышивает в нашем СП два набора. Во-первых, это набор фирмы РТО «Весенний свет». Набор входит в Мулине ДМС 31 цвет. Канва здесь Аида 16 аккаунта. Но Ангелина заменила ее на Мурану 32 аккаунта «Серебристая луна». Размер работы будет 15,5 на 16,5 сантиметров. Пишет нам Ангелина. Сколько она вышивала за месяц? Месяц пролетел быстро и незаметно. Работа не так проста, как показалось мне на первый взгляд. В работе частая смена нитей, маленькие группки крестика вышиваются, сюжет акварельный, есть одиночки. Я усложнила себе работу тем, что заменила канву на равномерку. На канве вышивается быстрее, а на равномерке приходится быть более сосредоточенной и внимательной. Оттенки ниток отличаются от превью. Несмотря на все небольшие сложности, я очень рада продвижением, и процесс мне доставляет огромное удовольствие. Второй набор – это легендарный набор фирмы Dimensions «Восточное великолепие». Пишет нам Ангелина, что за месяц удалось вышить немного зелени, белый цветок, бутон пиона, сделать бэк и французские узелки. Очень довольна продвижениями. Кайфую от этого процесса. Желаем шустрой иголочки и надеемся увидеть этот букет. У Илоны случился финиш. Это пасхальная радость от фирмы ЛукаЭс. Вышивалась эта работа на Аиде 18 аккаунта. Использовалась 33 цвета ниточек Анкор. Вышивка крестиком 2 ниточки. Размер работы 22 на 13 сантиметров. Пишет Илона. Вот и вышила я свой первый букетик из райского сада. Очень милый сюжет. Вышивался нетрудно и с удовольствием. Это был процесс выходного дня. Но этих выходных было по 3 дня. Вышивала всего 12 вышивальных дней. Прекрасный итог получился. Быстро, результативно. Поздравляем. Следующий процесс Илоны. Это золотое руно. Яблоня в цвету. Вышивается на Аиде 14 аккаунта бежевого цвета. Здесь Илона заменила на Аиду 14 аккаунта зеленого цвета с разводами. Всего 33 цвета ниточек Мадера. Размер будет 16 на 36 сантиметров. Пишет нам Илона, что начала вышивать птичек, повышивала 2 дня. Продвижение есть. Фото получилось не очень четкое, но на самом деле выглядит намного симпатичнее. Можно посмотреть на канале у Илоны более детально всю информацию. И новый старт от Илоны – это весенний сэмплер. Здесь используют 35 ниточек Мулине разных производителей, подбирала Илона из своих запасов. Вышивается на Аиде 18 аккаунта фирмы Bestex бежевого цвета. Размер вышивки ожидается 18 на 42 сантиметра. И пишет нам Илона. Этот дизайн нашла на просторах интернета. Для себя я его назвала весенний сэмплер. Может, кто подскажет, чей это дизайн и как называется. И еще, может, вы подскажете, какое растение изображено в нижней рамочке.
Подбор не точит мой. Тут и используются ДМС, СХС, ПНК и гамма. Дизайн очень понравился. Захотелось весны. Несмотря на то, что здесь много моего нелюбимого бэка, уже начала вышивать. Здесь используются и крест, и полукрест, и французские узелочки, а также бэкстич. Марина Лакиза в нашем СП вышивает набор фирмы Панна в Бродельском лесу. Здесь 50 цветов ниточек фирмы Гамма, вышивается на Аиде 14 аккаунта зеленого цвета. Значит, набор был с нуля, и мы видим, какие продвижения за месяц у Марины. Татьяна Шевченко вышивает набор фирмы Letty Stitch Bird Table. 58 цветов используются, размер работы 43 на 30 сантиметров, вышивается ниточками фирмы Анкор. Пишет Татьяна, что схема сложная, но, скорее всего, этот участок самый сложный по схеме. Вышит первый лист, он небольшой, но, тем не менее, уже готов. И также напишет, что вышила карпушу. Ну, я понимаю, это такая черненькая птичка вышитая. Скорее всего, это скворец, похоже очень на скворца. В принципе, все продвигается неплохо. Единственное, пока есть сложности со схемой. Получается очень ярко и очень жизнерадостно. Будем ждать дальнейших развития этой работы. Встречайте финиш от Насти Марковой. Замечательно получилась работа. Настя вышивала набор фирмы Андриана «Лавандовые поля». Это серия от наборов «Сделай своими руками». В набор входит мулине хлопок 30 цветов. Вышивалась на Аиде 16 аккаунта, но Настя заменила на 14 размер работы. Получился на 14 аккаунте 6,5 см на 27 см. Такая длинная панелька. Все вышивается крестом в две нити. Есть один бленд и бэкстич. Вот что получилось у Насти. Единственное, Настя пишет, что не делала французские узелки и бэкстич, потому что так работа нравится больше. Но все получилось очень ярко, различимо. Поздравляем с прекрасным итогом. Встречайте финиш от Марины Филипповой. Марина вышивала набор фирмы Риолис. Серия «Сотвори сама», артикул 10.03, называется «Пейзаж с беседкой». Размер работы 21 на 30 сантиметров. Вышивается в технике счетный крест, всего 21 цвет и один бленд. В наборе была и до 14 аккаунта, но Марина заменила ее на биномерку 30 аккаунта. Пишет нам Марина: «Работа готова. СП и игра стимулируют. Обязательно найти время для вышивки, несмотря на занятость. Хочется в очередной раз сказать спасибо Риоле за схему. Боялась, что в зелени будет мешанина цветов. Оказалось, что нет. Схема простая, логично, вышивается с удовольствием. Несмотря на то, что набор пролежал уже много времени, нитки не потеряли своего качества. Приятный, шелковистый. Теперь надо найти время, сходить, оформить часы. Ниток хватило, осталось примерно 1/3 от стартового количества. Прекрасный итог, поздравляю». Марина продолжает участие в нашем СП с новым наборчиком фирмы Риолис, артикуль 1425, название «Нежный цветок». Используется здесь 13 цветов, ниточек шерсть. Аиду 10 аккаунта заменила на Аиду 11 аккаунта Цвайгард. И размер в крестиках 165 на 65 крестиков, сантиметров 40 на 15. И Марина хочет из данного дизайна сделать подушку валик на кровать. Пишет, что процесс идет очень хорошо, но мы видим по отшиву. Вышивается эта работа в три нитки крестиком. Есть некоторые замены, Марина выполнила по блендам, заменила те цвета, которые ей не нравились, была сделана замена. И, в принципе, все идет очень хорошо, схема легкая, все читается легко и получается очень-очень красиво. Я думаю, что скоро мы увидим уже готовый результат. Полина Синицына вышивает схему сайта Crossy.ru, называется «Калибри». Вышивается на Аиде 18 аккаунта. Размер готовой работы будет 56,4 на 48 см.
всего 80 цветов ниточек гамма. Вот такой процесс с большим количеством цветов. Что напишет Полина? Результат не очень хороший, к сожалению, но не по количеству крестиков, а по тому, как получается сама вышивка. Придется схему давать на доработку. А крестиков тут вышито 1500-1800 примерно, считает Полина по бумажной схеме. Также можно зайти на канал Полины, посмотреть более внимательно отшив и дизайн этой вышивки. Мне кажется, из-за того, что вышивка идет крестиком в два сложения, поэтому кажется более ярко. Ну, нужно, конечно, еще смотреть. Пишите ваше мнение, очень интересно. Ну и пока Полина разбирается со схемой, продолжает участие с набором. Называется «Малиновка». Это фирма «Алиса». Пишет нам Полина. Очень красивая птичка на цветущей ветке яблони. Размер готовой работы 17 на 17 сантиметров. В наборе канва гамма Аида 16 каунта, нитки гамма 32 цвета. Схема цвета символьная. Вышивается работа крестом в одну и две нитки, полукрестом в одну, две и три нитки. И все полукрестики нужно выполнять в направлении верхних стежков крестика. Я уже начала вышивать. У меня пока вышито 300 крестиков и полукрестиков. Вот то, что мы видим. Желаем шустрой иголочки и ждем продвижения. И еще одна заявочка от Полины. Пишет нам Полина, что еще один набор очень просится в этот СП. Это набор от фирмы Панна в бразильском лесу. В него входят 50 цветов ниточек гамма, канва Аида 14 каунта зеленого цвета, очень яркие райские птички. Пока набор только открыт, еще не вышивала ни одного крестика. Это было на начало месяца. Ну и как мы видим, уже появились первые продвижения. Очень хорошо получилось повышивать у Полины за этот месяц. Около 800 крестиков вышито. Вышивает Полина по бумажке. Ну и ждем дальше, как будут развиваться дела с этим процессом. Настя Антонова отчитывается по дизайну фирмы Буцила, но в данном случае у Насти это набор был от фирмы Амишо. Здесь Настя заменила Аиду на Мурана 32 каунта и использует только ниточки. Вышивает по схеме из саги. За месяц вышито почти 9%. Один цвет пришлось докупать, менять, так как в наборе была ошибка. В основном идет работа неплохо, медленно, но потихоньку продвижение есть. Что ж, работа очень интересная, увлекательная. Будем ждать развития этого процесса. Желаем удачи. Жанна Офицерова отчитывается по набору фирмы Dimensions. Вышивается этот дизайн на Аиде 14 каунта. Используется здесь 29 цветов. Также есть 4 бленда. Это коралловые пионы. Я думаю, что вы все узнали этот дизайн. Пишет нам Жанна. Вот мои продвижения. Мне кажется, неплохо. Хотела сначала на пяльцах вышивать, потом подумала, надо, чтобы красиво получилось и работа была не мята. Думала на раму натянуть, а она маленькая. Думала, ее в повороте пять неудобно. Так и пришлось снять большой процесс и натянуть пионы. И так у меня хорошо все получается. Надеюсь, и в следующем месяце столько же вышить. Прекрасное продвижение. Я думаю, все у вас обязательно. Екатерина Осташкина отчитывается по набору фирмы Ланарте. Вышивается этот дизайн на линии 14 каунта. Пишет нам Екатерина, что вышивается легко, процесс приятный, очень понравилось вышивать цвет птенчиков, но когда появился цветок, появились розовые цвета, все стало идти еще интереснее. Прекрасный дизайн, желаем быстрых продвижений. Наталья Тан отчитывается по набору фирмы Марии Искусницы «Полевое чудо». Размер работы 25 на 35 сантиметров. Вышивается на мне 25 каунта. Данный процесс Наталья планировала начать в марте месяце. Что она и сделала за 2 дня. Вышился вот такой фрагмент. Очень хорошее продвижение. Надеюсь, в следующем месяце у нас будет побольше.
Больше времени Наталья уделяла второму своему процессу, это дизайн фирмы Lanarte, но это был китайский набор. Размеры дизайна 35 на 35 сантиметров, вышивается на линде от Zweigart NMS. Пишет Наталья, что вышивается легко и в удовольствие, несмотря на то, что это китайская версия от набора максимум положительных эмоций. В оригинальном наборе короткая нарезка мулины и необработанная канва. В этом же наборе ниточки хорошей длины и края обработаны. От процесса только приятно. Юлия Зверева отчитывается по набору фирмы Алисы «Тюльпаны. Малиновое сияние». Размер работы будет 22 на 26 сантиметров, вышивается на ID 14 аккаунта кремового цвета. Используется 22 цвета плюс 4 бленда. Вот такие продвижения за месяц у Юлии. Очень ярко получается. И Оксана Люхт вышивает прекрасного попугая от фирмы Joy Sunday. Размер работы 17 на 59 сантиметров. Здесь используется 39 цветов. Вышивка идет крестиком. Также есть бэкстич. Попугай получается очень яркий. Нам показывает Оксана и обратную сторону, сколько было вышито за месяц. Потому что идет основа с нанесенным рисунком, и сложно понять, сколько было вышито. Вот у нас есть и обратная сторона. Очень интересная будет панелька. Ждем, конечно же, отшива. Хочется посмотреть, как получится. У Ирины Силаевой также случились два финиша. Это прекрасный мишка с листочком клевера и набор от фирмы Риолис. Прекрасный шиповник. Поздравляем с таким итогом. Набор фирмы Риолис вышивался шерстью и размер 21 на 30 сантиметров. Дальше Ирина продолжает участие с большим количеством наборов. Во-первых, это большой процесс, большой такой дизайн. Это Long Dog, вышивается на AED 18 аккаунта. Пишет нам Ирина, что красила основу сама. Ниточки вы видите, какая цветовая гамма. И дизайн с левой стороны, то, что будет. Вышито уже достаточно много, но еще, конечно, шить и шить. Очень-очень интересный дизайн. Еще процессы от Ирины Силаевой – это прекрасные белочки от фирмы Риолис, воробушек тоже Риолис и новенький наборчик от фирмы Алиса – кот с ромашкой. Вот такое вот небольшое начало. А также прекрасную работу в бисере вышивает Ирина Сапфир от Abris Art и большой дизайн от фирмы Анкор «Павлины голуби». Здесь подбор в ДМС у Ирины, и вот столько уже вышито. Светлана Минаева отчитывается по набору фирмы «Чудесная игла. Семейное гнездышко». Набор вышивается на AED 14 аккаунта, используется 39 цветов мулине гамма, схема цвета символьная. Также здесь есть полукрест и есть бэкстич, даже выкладная нить и французские узелки. Размер работы будет 19 на 25 сантиметров. Вот что получилось за месяц у Светланы. Прекрасный старт. Также Светлана Минаева добавляет второй набор. Это у нас Lady Stitch. Прекрасный маяк, но есть вокруг этого маяка очень-очень много цветов. Прекрасный пейзаж яркий. В набор у нас входит AED Zweigart 16 аккаунта, нитки Анкор 44 цвета. Схема черно-белая, очень крупная, читается легко. Размер готовой работы 24 на 17 сантиметров. И вот такое начало уже. Отчет Оксаны Яковенко. Пишет нам Оксана. Здравствуйте, Юлия и все участницы СП. Вот и мой пока небольшой первый отчет в СП. Небольшой, потому что я все-таки из тех вышивальщиц, которые больше любят заканчивать работы, чем начинать. А у меня на данный момент как раз есть такой стремящийся к завершению процесс. Ему-то и перепадает больше времени. Как только его закончу, тут же переключусь на райскую птицу. Мне такие приятные материалы.
Правда, угораздило меня запялить равномерку 5 санурки с металлическим ободом, когда сняла, обомлила. Волокна ткани в двух местах разъехались, пришлось спасать влажной обработкой. Не могу сказать, что совсем следов не осталось, но надеюсь, что зашьется и будет незаметно. Так и хочется сказать, будьте осторожны, не повторяйте моих ошибок. Там бывает, нужно действительно быть всегда начеку. И напомню, что это набор фирмы Ланарте, райская птица, размер работы 30 на 41 сантиметр, вышивается на равномерной основе 27-го канта ниточками ДМС, 39 цветов, и также будет креник. Вот такой прекрасный дизайн. Лера Серегина вышивает дизайн от Надежды Ильиной, называется Амаралисы, вышивается на аиде 16-го каунта белого цвета крестом в 2 ниточки. Ниточки здесь используются ДМС, размер схемы 300 на 370 крестиков, большой сложный дизайн и вот такие хорошие продвижения за месяц. Вообще у Леры эти такие сложные дизайны вышиваются очень легко и непринужденно, но так кажется, во всяком случае всегда шов идет очень быстро. Отчет от Галины Агеевой. Галина вышивает два процесса в нашем СП. Во-первых, это замечательный шарик от Ринкази, пишет нам Галина. Надеялась в марте вышить и собрать шарик, но судьба сама скорректировала все планы. Взяла шарик с собой, уезжая с детьми на каникулы. За 5 дней надеялась управиться и по возвращению домой собрать его, но мы все дружно заболели. Вышивать совсем не хочется, все, что успела, это только 2 клинышка из 6. Ну что ж, тоже продвижение и самое главное здоровье, выздоравливаете. Второй дизайн от Галины, прекрасная фея, которую Галина вышивает на Мурана, основа по ключу, также здесь есть металлик от Rainbow Gallery, креник, 38 цветов ДМС, 6 цветов металлика и бисер. Читать название дизайна и производителя не буду на английском, заходите на канал Галине. Вот что напишет Галина. Март оказался насыщенным месяцем, но практически не рукодельным, поэтому совсем небольшие продвижения. Буквально дней 6 или 7 удалось повышивать роскошное платье. Продвигается работа медленно, значки плохо различимы, сливаются в одно большое пятно, да еще и бленд с металликом плохо виден, поэтому сначала вышиваю крестики, а потом еще раз поверху вышиваю блендингом. Получается двойная работа, но зато как красиво блестит платье. Все труды не зря. Надеялась за весну вышить феечку, но теперь очень сомневаюсь. Хорошо, что СП только началось. На времени у нас много, до 1 октября все вышим, не переживай. У Елены Сметаниной случился финиш. Елена вышивала дизайн фирмы Риолис, точнее набор фирмы Риолис, но в данном случае Елена заменила основу, перешла с Аиды на основу Обельхорн 25-го каунта. Размер работы 15 на 50 сантиметров, всего используется 14 цветов. Пишет Елена, что основа не очень понравилась, и поэтому работа шла медленно, но в какой-то момент все очень быстро у Елены завершилось, и она успела прислала к отчету фотографию готовой работы. Получилось очень красиво, ярко. В вышивки использовались также и полукрест в 3 ниточки, крестик в 1 ниточку, и также есть различные направления. Получилось очень красиво. Поздравляем с итогом. Дальше Елена продолжает участие в нашем СП с наборчиком фирмы Алиса. Прекрасный букет с розами. Называется набор «Желтые розы». Размер 21 на 29 сантиметров. Здесь Елена заменила основу также на Еву, цвет 40-33, нежно-розового цвета. Пишет, что хочет попробовать, поэкспериментировать с разными основами. Ну, это очень интересно, когда есть эксперименты, так рождается что-то новое. С удовольствием будем наблюдать, как продвигается работа. Желаем удачи с этим отшивом.
Надежда Дубинский вышивает набор фирмы Dimensions, японский сад, размер дизайна 40 на 30 сантиметров. Вышивается на айде 16 аккаунта голубого цвета. За март месяц пишет нам Надя, что успела вышить 7350 крестиков. Это всего 8 вышивальных дней на 1 апреля. Прогресс по этой работе составлял 35,5%. В крестиках это 15550. Вот такая вот статистика у Надежды. Красиво все получается. Также заходите на канал к Надежде. У нее много-много всего интересного. Отчет от Елены Каневой. Елена вышивает дизайн фирмы Ланарта, называется Маки. В комплект входит основа равномерного приплетения 27 аккаунта. И размер должен получиться 18,5 на 18,5 сантиметров. Вот так выглядит процесс на сегодняшний день. Пишет нам Елена, что вышивается легко и предвкушает чудесный результат. Но уже видно, уже красиво. Ярко, и фотография очень-очень красивая, интересная. Елена Канева также добавляет второй набор. Это белая акация от фирмы Ови, ниточки Bestex. Пишет, что дубовую дырчатую канву заменила на линду 27 аккаунта молочного цвета. Размерчик должен получиться 21 на 35 сантиметров. Вот такой вот очень красивый дизайн вышивает. Светлана Романова вышивает дизайн Stony Creek, называется «Скворечники». Размер работы будет 72 на 58 сантиметров. Вышивается на Аиде Цвайгер 14 аккаунта ниточками ДМС. Пишет нам Светлана. Прилетела еще одна птичка. Stony Creek, как обычно, вышивается очень легко. Вот только канва оказалась чересчур жесткой. Пришлось взять иголочку потоньше, чтобы легче было вышивать. Стирать нельзя из-за разметки. Ну что ж, все преодолимо, основа в процессе тоже может быть более эластичной. Я думаю, ты справишься и порадуешь нас прекрасным результатом. И также перейдем к новым участницам. К нам присоединяется Наталья Сапьяненко с двумя процессами. Во-первых, это набор фирмы «Золотое руно», «Девушка с лебедем». Размер работы 53,2 на 25,5 сантиметров. Используется 52 цвета, 5 блендов. Вышивка идет крестом в две ниточки на Аиде 18 аккаунта. Ниточки здесь Мадера. Пишет Наталья. «Но чем не райский сад? И бабочка есть, и лебедушка, и ягодки, цветочки. Давно нравился этот сюжет. Начала вышивать в январе, и вот ваш замечательный СП. Очень рада поучаствовать. Добро пожаловать!» Второй дизайн от Натальи – это птичка от волшебной страны. Вышивается на деревянной основе бисером прециоса. Всего 11 цветов. Будет первый опыт вышивки этого производителя. Что ж, желаем удачи! Также к нам присоединяется Вера Брылина. Вера вышивает дизайн фирмы Алиса. Это дизайн с тюльпанами. Вышивается подбором на Аиде 16 аккаунта нитками Гамма. Работа готова на 50%. Почти на 50% на начало вступления в СП. И вот к отчетному периоду пишет нам Вера, что закрыто уже три угла. Вышивается работа очень легко. Но так как тюльпаны участвуют в ротации, то вышивались они всего одну неделю. Ну, за одну неделю прекрасный результат. Светлана Непомнящая присоединяется к нам с набором фирмы «Золотое руно». Это дизайн называется «Свежесть». Размер работы будет 31,3 на 38,3 сантиметра. Участвуют 47 цветов. Вышивается на Аиде Цвайгер 16 аккаунта. Ниточки здесь Мадера. Процесс был начат 1 марта. И вот такие успехи есть. Очень красиво получается. Ниточки яркие, цветов много. Будем наблюдать за отшивом. Также в марте месяце к нам присоединилась Ольга Важенина. Ольга вышивает оригинальный набор фирмы Fujiko Rosa Galitsa. Вышивается на Аиде 16 аккаунта, светло-кремового цвета. Используется 30 цветов мулине Космо. Схема цветная на формате А3. Игла 24 номера. Размер работы будет 30 на 40 сантиметров или 26 на 35 сантиметров.
точно не указано, какой размер. Я думаю, в следующем отчете нам Ольга уточнит точно размер будущей работы. Прекрасно роза вышивается, и вот перед вами начало. Отчет Катерины Плотниковой, пишет Катерина, продолжая работать над тремя уже начатыми процессами, фото пионы, розы, подсолнухи. Все материалы производства Китай, там же эти наборы комплектуются, просто ориентированы на продажу в русскоговорящие страны, инструкции, все надписи на русском. Все работы 40 на 50 сантиметров, полная зашивка. Нитки по качеству на твердую четверку из 5 баллов. Как и у многих производителей, темные цвета немного тоньше светлых. Розы почти готовы. Нет возможности сделать фото на реальном этапе, прикрепляя фото из последних. Работа несложная, но много близких оттенков. Пионы не сильно продвинулись, потому что больше времени уходило на розы, но тем не менее тоже есть продвижение. И еще два процесса от Катерины Плотниковой. Во-первых, подсолнухи. Пишет Катерина, что здесь удалось повышивать чуть-чуть побольше, но пишет, что есть некоторые опасения по данному процессу, и в следующем месяце нам более подробно опишет свои впечатления по данному набору. И также добавляет еще один прекрасный наборчик. Это красивый роман от чудесной иглы. Есть небольшой старт. Набор начат с нуля. Будем ждать дальше продвижений. Еще одна новая участница, это Светлана Милованова. Светлана пишет, дизайн понемногу продвигается. Это дизайн Гочаровой Марины, тропинка в саду. Размер готовой работы в сантиметрах 26 на 26. В крестиках 145 на 145. Это реконструкция схемы 1890-х годов. Вышивается дизайн на Монике 28-го каунта через две нити переплетения. Цвет светлый хаки. Нитки ПНК 16 цветов. Пишет, что впервые вышивает на австрийской равномерке. Нравится эта основа, четко видны дырочки. Так что процесс идет. Ну а мы будем наблюдать за отшивом. Также в этом месяце к нам в СП вступила и Наталья Зенькина. Не первый раз она участвует в наших СП. Но вот сейчас присоединяется с интересным дизайном. Это оригинальный набор фирмы Dimensions. Калитка влюбленных. Я думаю, многим известен этот прекрасный дизайн. Размер работы 25 на 36 сантиметров. Здесь частичная вышивка. Вышивается на иде 14 аккаунта. Цвет слоновая кость. Состав ниток хлопок. Схема трехцветная, символьная. Ну, мы все ее знаем, эту схему. Пишет нам Наталья. Вот и первый мой отчет. Что могу сказать? Легкость на первый взгляд оказалась обманчивой. Немало значков вышивается в несколько сложений нити. Самый большой 6. Я еще так не вышивала. Это мой первый опыт. Но работа и продвижение меня устраивают. И нравится, что получается. К тому же, это мой первый купленный Дим. Лежал несколько лет. И вот он уже появляется на конве. Спасибо вам за СП. Я очень рада, что наш СП помогает отшиваться прекрасным набором и дизайном. Желаем шустрые иголочки. Все обязательно получится. Наталья Матынга присоединяется к нам с набором фирмы Лукаэс, ваза с розами и цветами. Размер 34 на 41 сантиметр. Вышивается на Аиде 18 аккаунта. Здесь полная зашивка. Пишет Наталья, что набор начинает с нуля. И первый отчет за 8 дней получилось вышить у Натальи 9848 крестиков. Пишет, что вышивается очень приятно и легко. Прекрасные итоги за такой короткий срок. Я думаю, что Наталья нас порадует и в следующем месяце хорошими продвижениями. И мои успехи за март месяц. Достаточно хорошие успехи. Первый раз у меня получилось сразу же в первом месяце показать финиш, показать хороший результат. Благодаря нашей игре ВКонтакте, в группе мы играем в рулетку, мне удалось завершить небольшой дизайн, очень интересный. Это набор фирмы Тея Гувернюр, называется «Монограмма». Основа здесь Леон Пермен 14 аккаунта, ниточки ДМС 19 цветов, размер работы 22 на 27 сантиметров. На начало СП было отчито 40%. И вот в течение игры
работа завершилась. Впечатления очень положительные, позитивные от данной вышивки. Были небольшие сложности с тем, что закончились несколько цветов, но мне не хватило буквально несколько ниточек. Я быстро их нашла из своих запасов, и все получилось. Прекрасная работа, отличный финиш, я очень рада. Дальше я продолжила вышивать набор фирмы Вервака, производитель Бельгии, называется «Дизайн яркие птицы». Размер работы 23 на 29 сантиметров. В наборе была Аида желтого цвета, но я ее заменила на Пермен 14 каунта. Также за месяц мне удалось вышить около 40%. Очень хорошо подросла работа, и это благодаря, опять же, нашей игре в рулетку, которая дает задание и помогает отшиваться нашим процессом быстрее. Впечатления по процессу самые-самые приятные, вышивается легко. Жду вторую птичку, чтобы украсить работу бэкстичем и показать уже вам ее во всей красе. И еще один дизайн, над которым я работала, это набор фирмы Джан Лин, 4 сезона птиц. Этот дизайн тоже хорошо продвинулся, но схема оказалась для меня сложной. Много здесь 3 четвертых креста, часто смена нитки, очень сложный бэкстич. Но мне кажется, что это только вот это единственный дизайн настолько сложный. Остальные будут полегче, и я думаю, что самый сложный участок я вышила. Планирую в апреле месяце довышивать весну, ну и дальше буду потихоньку вышивать этот красивый, яркий, очень интересный дизайн. Итак, по отчетам у нас все. Теперь я хочу перейти к заключительной части видео и хочу показать вам подарки, которые мы для вас подготовили. Хочу познакомить вас с новым спонсором. Это Анна Маркина. У нее есть канал на YouTube, а также свой магазин в Instagram и ВКонтакте. Анна занимается изготовлением различных текстильных изделий, в том числе разные органайзеры для рукоделия. Вот перед вами фотография очень такой яркой рукодельной сумочки, в которой можно складывать различные процессы и приятные наши аксессуары для рукоделия. Что-то подобное Анна сделает для нас. И в конце совместного проекта, совместный проект у нас завершится 1 октября, и мы сделаем розыгрыш рандомным способом среди готовых работ, разыграем вот такой замечательный подарок. И это еще не все. Также и от меня будут подарочки. Я выбрала 3 набора. Выбирала как для себя. Относительные новинки Риолис, новинки прошлого года, но наборы нестандартные, сочетаются здесь разные техники. И я думаю, что любой рукодельнице всегда интересно попробовать что-то новенькое. Во-первых, здесь это Риолис красный шиповник, размер работы 20 на 20 сантиметров. Во-вторых, белый лилии, такой же размер 20 на 20 сантиметров. И третий набор это букет с лагурусом и хлопком. Данный дизайн, данный наборчик, третий, я подарю сама на выбор кому-то из участниц. А первые два, шиповник и лилии, мы также разыграем рандомным способом. Вот такие у нас подарки. Я думаю, что очень интересные подарки. Ну и в любом случае, всегда интересно вышивать работы вместе. Это есть стимул, и многие благодаря СП быстрее и больше вышивают. Это самое главное. Ну что, на этом все. Желаю всем хорошего настроения, шустрой иголочки. Напоминаю, что следующий отчет у нас 1 мая. До новых встреч.